Кубок 15-го футбольного турнира Воденцова – заветное желание футболистов. 4 детских клуба, 40 юных спортсменов приняли участие в любительском турнире памяти Эдуарда Кшнякина. Я уже организовал этот турнир 15-й раз. Вот. Погода повлияла на хорошее проведение. Судейский коллектив был отлично. Все активно, так сказать, собрались и вовремя начали играть. Родители и друзья – главные болельщики. Их активная поддержка поднимала дух игроков на протяжении всего турнира. Так считает и Ваня Погодин. Иван отличился на турнире, получил кубок лучшего футболиста. Говорит, награду хотел бы разделить с не менее искусным игроком. Я считаю себя с другим парнем лучшим игроком. То есть, чтобы две награды сделали с Арсеналом, который играл в лучшие. Он тоже неплохой, но все-таки мы ему сегодня не позволили в последней игре, в принципе, такого толкового чего-то сделать. Турнир носит имя Эдуарда Кшнякина не случайно. Воин-интернационалист занимался развитием дворового спорта в Воденцово. Своими руками энтузиаст детского футбола превратил обычное земляное поле в настоящий стадион, где теперь ежегодно проводят футбольные турниры. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».